страхи, тревожности, какие-то такие депрессивные настроения, да, дистанционное обучение, ну мало ли чего там происходит. А вот как переключать доминанту? Нажатием на точку. Например, находите у себя какую-то больную точку. Вот я, допустим, нашел, да? Это мне Агулов Саша показал, который основатель висцеральной терапии. Он мне так потрогал везде, я раз нашел, вот здесь, говорит, несколько раз в день вот так нажимай. А я вот так вот попробовал, когда у меня плохое настроение было. Раз, раз, больно, больно, да. Я несколько раз в день вот так понажимал на это больное место. Я же его еще спрашивал, это не опасно вот здесь вот все? Он говорит, да нет, ты что? Надо, говорит, понимать, что шея у тебя должна быть такая, как палец. Сколько не жмешь, вот никакой боли, нормально, да? Я успокоился, стал нажимать несколько раз в день. И вот первый раз даже, когда нажал, больно было. А вот я 3 дня так делаю несколько раз в день, дробно, по секунду. И увидел, смотрю, теперь и меньше стало болеть. И голова яснее стала. А в первый раз, когда нажал, она сразу прояснилась. Доминанта переключилась. А оказывается, есть еще суджок. Это когда находишь там какие-то точки, которые соответствуют внутренним органам. Да, ну такая методика. И значит, раньше ставили туда маленькие иголочки, суджок. Ну вот у меня знакомая, она нашла у себя такую точку, вот здесь вот. Потрогала, больно, говорит. А я говорю, а ты вот, когда у тебя шея болит, или голова болит, или на работу собираешься, ты возьми и вибрационно, вот так, вибрационно, вибрационно, несколько раз ее понажимай, понажимай. Именно больное место, именно больное место. Оно может быть здесь, но это надо себя общупать. Да, и посмотреть, где у вас больные точки. И сделать себе микромассаж, точечный. Ну, по-китайски еще шиацу называется, но если вы будете делать вибрационно на больную точку, у вас через минуту буквально голова проясняется. Это удивительная штука. Это доминанты переключаются. Потому что когда у вас плохое настроение, страх, тревога, беспокойство, даже беспричинное, то может быть в этот момент доминанта у вас. И вы начинаете себя накручивать. Так бывает и перед встречей какой-то там, перед встречей с человеком, важным для вас, там, и перед выступлением. Вы начинаете себя накручивать. А вы, когда точки эти нашли, да, себя сначала немножко сидите вечером, прощупывайте. И потом несколько раз в день берете вот эту точку больную, которую нашли. И вот так вибрационно, вибрационно, вибрационно. Видно, да? Вибрационно. Несколько раз. И потом смотришь у тебя, и там перестало болеть, и здесь перестало болеть, и настроение хорошее. Ну вот как у меня. Давайте.